Уважаемые товарищи, как мы и договаривались ранее, что с периодичностью раз в квартал, при необходимости чаще, мы будем на уровне правительства здесь обсуждать проблемы экономики. Нам надо сделать все, чтобы простые семьи и трудовые коллективы ни в коем случае не пострадали из-за наших беглых предателей и их западных спонсоров, кураторов, бегающих по Европе и Америке и вымаливающих санкции против Беларуси. Поэтому понятно, что сегодня будет разговор о противодействии санкционным устремлениям коллективного Запада. Сегодня уже никто не сомневается, что основной целью этого оголтелого шантажа является не борьба за какие-то мифические права человека и тем более уже не результаты выборов. Все социологические исследования, я внимательно отслеживаю СМИ и в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси. В Беларуси западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что Никая Тихановская выборы не выигрывала никогда. И признают, что действующий президент однозначно победил. Цель всех этих санкций понятна – устранить прямых конкурентов, разорить, разрушить ключевые предприятия, удушить в конечном счете нашу экономику. И если говорить прямым текстом, через закрытие завода в массовую безработицу, загнать людей в нищету, ну а в лучшем случае вывести их на улицы. Мы этого допустить не можем и не допустим.